Предприятия Архангельской области будут сотрудничать с партнерами из Узбекистана. Подписание соглашений состоялось на бизнес-форуме в Ташкенте в рамках ответного визита в Узбекистан делегации Архангельской области во главе с губернатором региона Александром Цибульским и стало ключевым мероприятием деловой миссии. С каждым годом сотрудничество между нашим регионом и Узбекистаном наращивает темп. Из Архангельской области в республику традиционно экспортируется продукция лесопромышленного комплекса, продукция неорганической химии и легкой промышленности. На встрече были представлены возможности предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства региона. Уже сегодня Архангельская область готова поставлять в Узбекистан мороженое и высококачественный семенной картофель. Его успешно выращивают в регионе. Узбекская сторона также выразила интерес к поставкам рыбной продукции. В свою очередь, Узбекистан готов поставлять в Поморье текстильную продукцию, фрукты, овощи, кондитерские изделия. Узбекистан обошли санкции, и это одно из немногих государств, которое после начала СВО от России не отдалилось. Поэтому интерес Архангельской области к развитию отношений с Узбекистаном закономерен. Как отметили региональные власти, у них есть будущее.